Медикам краевой клинической больницы скорой помощи удалось спасти жизнь троих пострадавших в страшной аварии в Алтайском районе. Напомним, она случилась 24 августа. Пассажирский автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с «Волгой». Тяжелых больных доставили в Барнаул вертолетом. Сейчас состояние одной из пациенток удовлетворительное. Решается вопрос о ее переводе на амбулаторное лечение. Двое по-прежнему в реанимации. Они получили более серьезные травмы. Тем не менее, специалисты дают положительные прогнозы. Да, травмы достаточно серьезные, которые сейчас не внесут угрозы жизни, были опасны в момент нанесения их, получения и транспортировки. Сейчас вся необходимая помощь оказана, все проведено на уровне высокотехнологичных стандартов медицинской помощи, но сейчас пациентки нуждаются в интенсивной терапии.